праздником учебное заведение сегодня поздравили президент страны Владимир Путин, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, а также почетный член Международного олимпийского комитета Жан-Клод Кили. В университете сегодня открылась конференция «Старт после финиша», на которой также присутствовали министр спорта России Павел Колобков и почетный президент Олимпийского комитета страны Александр Жуков. За 10 лет учебное заведение стало одним из лучших в мире в своей области. Как отметил глава государства, университет делает весомый вклад в развитие российского образования. Из стен вуза выпускаются специалисты высокого класса, востребованные как в профессиональном, так и в массовом спорте. Для достижения наших национальных целей, повышения продолжительности, качества жизни наших граждан, нужно, безусловно, активнее развивать массовый спорт. Тем более, что интерес к занятиям физической культурой и спортом неуклонно в нашей стране растет. Необходимы грамотные руководители, которые способны наладить работу по развитию массового спорта в масштабах крупных городов, малых населенных пунктов. На селе у них должна быть возможность постоянно идти вперед, обновлять свои знания и навыки, приобретать новые современные компетенции. И потому ваши программы повышения квалификации спортивных управленцев призваны отвечать требованиям времени, интегрировать научные, технологические достижения, опыт ведущих управленцев и тренеров, в том числе наших зарубежных коллег. Как отметил глава Кубани, Международный университет сегодня – это олицетворение наследия зимних игр. Это единственное учебное учреждение с олимпийскими кольцами в мире. За столь короткий срок вы стали признанным университетом, вы стали известным университетом не только в России, но и во всем мире. Поэтому, конечно, в первую очередь слова благодарности профессорско-преподавательскому составу. В университете учатся студенты из всех практически регионов нашей страны, из Краснодарского края, ну и студенты из всего мира. И, наверное, очень важно понимать, что вместе с дипломом, вместе со знаниями они увезут с собой энергетику Олимпиады, которая сохраняется, вы все это видели, в стенах университета. Конечно, университет готовит выпускников в различных сферах. Это высокие профессионалы не только в профессиональном спорте, но и в массовом спорте. Для регионов страны, в частности для Краснодарского края, специалисты высокопрофессиональные в массовом спорте принципиально важны, потому что вы прекрасно понимаете, что спорт высоких достижений начинается с доступного спорта, с массового спорта, со спорта пешей доступности. Это принципиально важно, чтобы были те, кто может создать условия в регионах, в нашем крае для создания массового спорта. Он объединяет страны, объединяет людей разных возрастов, национальностей, веры. Ведь не зря говорится, что спорт – это посол мира. Также гости университета посетили единственный в России интерактивный музей истории олимпийского движения. Он начал свою работу на базе учебного заведения. Узнать летопись зимних игр в Сочи, а также прокатиться в виртуальном режиме по горнолыжной трассе смогут не только студенты университета, но и туристы.